У святого Макария Калязинского был племянник. По смерти родителей своих, 11-летним отроком пришел он в монастырь к дяде. И преподобный Макарий облек его в иноческие одежды, достал ему отцом духовным. Паисий, так звали молодого инока, под руководством дяди Макария проводил жизнь свою в подвигах послушания, поста и молитвы. Помимо прочего, занимался он еще одним ответственным делом – переписывал книги душеспасительные. Через годы, проведенные в обители, преподобный Паисий был уже многим известен как добродетельный, ученый и мудрый подвижник. И, как свидетельство оного, был святой избран князем Андреем Васильевичем как строитель новой обители под Угличем. Преподобный Паисий исполнил сие послушание и основал Покровский общежительный монастырь, в котором был избран игуменом. До конца своей святой и богоугодной жизни, прославленной добрыми делами, старец Паисий более не покидал Покровской обители, заботясь о насельниках, как о детях своих. Представился ко Господу преподобный уже в глубокой старости, в 1504 году. А мощи его, прославленные чудесами, и ныне почивают под спудом Покровского монастыря. Девятнадцатое июня. День памяти преподобного Паисия Угличского.